Уважаемые сеньоры, мое почтение. Жемчужников Алексей Михайлович. Порой в отчаяние приводит меня наш старый шар земной. Он так давно в круг солнца ходит своей незримой тропой. В нем все так сложно, так огромно, так он красив и так богат. Но качество этих результат для жизни менее чем скромный. Зачем вертится он века, как в колесе вертится белка? Зачем так форма велика, коль содержание так мелко? Всему политике виной, с душой козлу лишь только чуткой. Без них такой нелепой шуткой мне не казался шар земной. Но не обидно в самом деле, они пришли, как ночью тать. Судьбой вселенной завладели, и род людской вернули вспять. Хоть грезят миром филантропы, но их задача нелегка. В цивилизацию Европы вновь лезет право кулака. Опять стремление всех ослабить, и к старой цели старый путь. Нахально друга обмануть, нещадно недруга ограбить. Народы все возбуждены и ждут лишь рокового часа. Потехам бешеной войны готовя пушечное мясо. Какой тут нравственный успех? Мы только грубой силе верим, когда в чаду таких потех от человека пахнет зверем. Мне и досадно, и смешно, когда я слышу хор хвалебный творцам политики враждебной. Как дальновидно, как умно, ума тут нет, я протестую. И, кстати, истину простую пусть подтвердит мое перо. Умно то только, что добро. Всем спасибо.